85 лет со дня образования сегодня отмечает система гражданской обороны России. Награждением ветеранов, а также действующих сотрудников ознаменовалось начало праздничного мероприятия. Участникам мероприятия показали фильм «Историю о гражданской обороне» и познакомили с музеем, созданным при ГУ МЧС России. Дальнейшие торжественные праздничные мероприятия продолжаются. Сейчас ветеранам демонстрируется музей наш, который мы создали по гражданской обороне, по пожарной безопасности, полностью музей МЧС России, новые экспозиции, посвященные этому дню. Вот поэтому сегодня праздник. Поздравляю всех ветеранов, действующих сотрудников, желаю мирного неба и добра. За 85 лет система мер по защите населения вместе с развитием международных отношений перетерпела существенные изменения, но доказала свою состоятельность и актуальность. Слаженный боевой коллектив ГУ МЧС России регулярно проходит переподготовку и учения для быстрого реагирования и ликвидации ЧС не только на территории ЕАО, но и в других уголках Дальневосточного региона. Вот я проработала почти 23 года. Мне не хватило несколько дней до 23 лет. Но они прошли, можно сказать, как 2,5 дня. Очень быстро пролетело время. Я даже не успела оглянуться. Полковник Роман Бойко обратился к личному составу и ветеранам с праздничной речью. Слова поздравления в равной степени относятся и к руководителям всех органов власти, организаций и ведомств, рядовым гражданам Еврейской автономной области. Олеся Жирова, Кирилл Богаченко, Новости 21.